В последнее время играли в какие-нибудь видеоигры? Может быть, Dead Space? Dead что? Dead Space — это круто. Это он подводит разговор к фильму. Ну, вообще-то да. Я где-то слышал о том, что вы режиссер будущего фильма. Да, мы работали над сюжетом. В нашей группе, кстати, один из продюсеров «Сумеречной зоны». Мы наметили ключевые моменты и попытались сделать нечто вроде приквела. Но вот чего-то в нашей истории не хватало. Вот если бы нам удалось передать тот ужас, которым наполнена игра, потому что игра непередаваемо фантастична, то фильм бы вышел что надо. Но думаю, так и будет. А о чем этот Dead Space? Жуткая игра. В ней много всего понамешано. История — леденящая кровь. Сродни похитителям тел. История о том, что происходит с людьми на космическом корабле. Когда разработчики впервые дали мне эту игру для ознакомления, я оставил с ней своих сыновей и вышел, чтобы поговорить с женой. Мы вдруг услышали истошный крик. Вбежали в комнату. В чем дело? Они нам: это самая жуткая игра, в которой мы играли. Так что как-нибудь поиграйте. Непременно.